например, выбери... Дизайнер Скайбельё в тщетной попытке вдохнуть новую жизнь в ваши почившие отношения. Выбери сумки. Выбери модные туфли. Кашемир и шелк, чтобы почувствовать то, что выдают за счастье. Выбери айфон, сделанный китаянкой, которая вышла из окна. И сунь его в пиджак, сшитый в далекой южноазиатской душегубке. Выбери Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram и тысячи других способов поливать желчью тех, кого не знаешь. Выбери посты в соцсетях. Расскажи миру о том, что ты ел на завтрак, в надежде, что кому-то не посрать. Встречу со старой зазнобой и надейся, что уж ты-то выглядишь лучше, чем она. Выбери лайв-блогинг с первой дрочки до последнего вздоха. Общение сейчас — это просто набор нолей и единиц. Выбери 10 вещей, которых не знала звезда и их операция. Выбери вопли про аборты, шутки про насилие, слат-шейминг, порно месть и бесконечный поток шеноненавистничества. Выбери то, что в 11 сентября виноват сионистский заговор. Выбери почасовую оплату, 2 часа пересадок до работы и ту же участь для своих детей, только хуже, и жалей, что вообще их когда-то завел. А потом откинься и заглуши боль неизвестной дозой мутного дерьма, заводяженного на вонючей кухне. Выбери бесконечное сожаление, что не прожил жизнь иначе. Выбери не учиться на своих ошибках. Выбери ту же заезженную пластинку. Выбери медленно, с наслаждением проглатывать то, что у тебя есть, а не биться за то, чего хочешь. Довольствуйся малым, но с лицом победителя. Выбери разочарование и утрату любимых людей, вместе с которыми каждый раз умирает и часть тебя. Пока не увидишь однажды, что постепенно, часть за частью, ушло все, и от тебя самого уже ровным счетом ничего не осталось. Выбери будущее, Вероника. Выбери жизнь.